После победы над футбольным клубом «Белебей» кумертауцы на протяжении 2 недель готовились к финальному матчу. Ведь следующий соперник очень серьезен. Футболисты из Телетамака в групповом этапе нещадно громили своих соперников. Вспомните их победы над нашими ребятами 3-0 и 4-1. Но воскресная игра сложилась совсем иначе. Со стартового свистка команды начали агрессивно. Опасными моментами обменивались команды раз за разом. Здесь нужно отдать должное вратарям обеих команд. Сначала голкипер футбольного клуба «Кумертау» Азамат совершил невероятный сейв. А в конце первого тайма наши ребята потревожили плотными ударами вратаря из Телетамака. В первом тайме болельщики не увидели забитых мячей, но настрой оставался у нашей команды боевой. Игра равная, вроде как бы боремся. И у них моменты есть, у нас моменты есть, как бы... Ну, я думаю, должны выиграть. Забьем, я думаю, должны победить. А что будете делать уклон на втором тайме? Ну, также будем продолжать от обороны. Будем ловить их на контратаке. Я думаю, поймаем. Может, больше прессинговать их? Нет, они как бы помоложе. Тяжело будет нам прессинговать, я думаю. Будем также играть от обороны. Что сказал тренер нашим ребятам в раздевалке, остается загадкой. Но второй тайм кумертауцы провели на высоком уровне. Момент за моментом создавали опасные выпады на ворота соперника. Но результат никак не хотел меняться. Счет 0-0 оставался до 90-й минуты матча. На второй добавленной судьей минуте нападающий футбольного клуба «Кумертау» Иван Илюшин открывает счет в матче и приносит в итоге тяжелейшую победу своей команде. Финальный свисток – домашняя победа в кармане. Теперь наши ребята будут готовиться к ответной встрече, которая пройдет в городе Стерлитамак 2 октября. Главное нашим ребятам оставить свои ворота в сохранности, и тогда нашу команду ждет повышение в классе. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис».